Меня решил угостить обедом, вернее, пригласил на обед очень богатый бизнесмен американский, ныне, в прошлом капитан команды КВН города Риги Юрий Радзиевский. Он возглавлял когда-то клуб веселых и находчивых, вот проявил находчивость, уехал из Советского Союза, остался веселым. Уехал, сказав мне напоследок фразу «Жизнь дается человеку один раз, и та в Советском Союзе, я этого не переживу». Действительно, осталась какая-то радость у человека ежедневная. Он пригласил меня на обед в очень дорогой ресторан, 107 этаж небоскреба. В ночь обедают американцы поздно, внизу в ночи, там внизу просто в глубине Манхэттен, ну вы знаете. Официант приносит горячее, мы едим холодные закуски, а горячее дымится на противне, роскошный какой-то запах из-под крышки выходит. И вдруг Радзиевский ему что-то на ухо говорит официанту, тот смущенный разворачивается и уходит вместе с горячим на кухню обратно. И я спрашиваю Юру: «Юра, что ты сказал? Почему официант смутился и ушел?» Юра говорит: «Как что ему сказал?» Я ему сказал, что он рано принес. Я говорю: «Че ты сказал? Ну-ка еще раз. Рано принес?» Он говорит: «Конечно, рано, мы не закончили есть холодное, он приносит горячее. Это неэтично по отношению к нам». Я говорю: «Юр, я тебя умоляю, приедешь в Москву, скажи там официанту, что он рано принес. Я хочу, чтобы у тебя тоже потрясение было».